Каждая партия обыкновенно выбирает свой пывзан, а пывзаном называется лесная изба, баня, где зимуют охотники. Зря они сильно любят такие бани. Где бы и какая работа ни производилась, но если она тянется долго, требует ночевок, зыряне непременно строят пывзан. Поэтому пывзаны встречаются на пожнях, на пустошах, на подсеках, на вырубках, где делаются заготовки бревен, на сплаве, на берегах больших рек, где зыряне ловят рыбу, и главным образом в лесах, во время охотничьих промыслов. Для постройки своей ночлежной баньки зыряне стараются выбирать места живописные. Если в лесу, то на берегу крутого ручья, на высоком холме или близ озера под густой раскидистой сосной. Александр Круглов, «Лесные люди».